В Уральске прошел первый в регионе форум председателей советов общественного согласия. Задачу создания таких объединений в областях поставил глава государства на 20-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Советы, а их в регионе более 150, должны стать посредниками в диалоге власти и населения, считают западноказахстанцы. Они призваны помогать людям в развитии бизнеса, благоустройстве сел, укреплении института семьи, а также реализации госпрограмм. Своим опытом работы на форуме поделились и депутаты парламента, которая находится в области с рабочей поездкой. Перспективы ясные и поддержка со стороны местных исполнительных органов. Именно тот путь, который наш президент наметил еще в начале становления нашей страны, путь через общественное согласие, через согласие народа к благополучию, к процветанию, именно он жизненно показал свою значимость и важность. Наверное, другой альтернативы этому нету. Это мы можем наблюдать на примере многих стран, где нет общественного согласия. У Совета общественного согласия нет мелочных вопросов. Все, которые... И при этом Совет общественного согласия в углу поставил задачу, чтобы через конкретные дела объединять людей.